В Ненецком округе с торжественной обстановки сегодня вручили первое уведомление о ежемесячной выплате до 1500 средств материнского семейного капитала. Напомню, новые меры по поддержке семей с детьми Владимир Путин предложил в конце ноября прошлого года. Сегодня, как смеясь, говорит Инга Зуева, у нее двойной праздник. В торжественной обстановке молодой маме вручили сертификат на материнский семейный капитал и уведомление о ежемесячной выплате. 18 января девушка во второй раз стала мамой и сразу решила воспользоваться своим правом. В итоге дважды мама стала первой жительницей НАУ, которая написала заявление на новый вариант его использования. Все равно эти деньги в любом случае идут на детей. Пока маленькая, старшая ходит в садик, все равно их нужно одевать. Младшая тоже растет каждый день. Тоже одевать нужно, очень много денег уходит. Такая ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Правда, при соблюдении одного условия. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а затем на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал 2017 года, а в Ненецком автономном округе это 32 766 рублей, необходимо подойти в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства, чтобы подать заявление на ежемесячную выплату, которая составит в Ненецком автономном округе 21 973 рубля. Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Стоит учесть, если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка. Если позднее полугода, то выплата будет назначена со дня подачи заявления. На рассмотрение заявления отводится месяц, после чего денежные средства перечисляются на банковский счет владельца сертификата материнского капитала. Программа действует до 31 декабря 2021 года. Любовь Пермякова, Людмила Сидейская, Леонид Шишелов, телеканал «Север».